В Сочи завершились всемирные зимние военные игры. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта. Это биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Российские спортсмены завоевали 11 медалей. Среди призеров и уроженка Чебоксар Татьяна Акимова. Татьяна Акимова завоевала серебро в индивидуальной спринтерской гонке и разделила золото вместе с Ульяной Кайшевой и Галиной Нечкасовой в женском командном зачете. В это воскресенье биатлонистка из Чувашии отправилась на этап Кубка мира в Пхенчан. Первые старты в корейской провинции состоятся 2 марта.